Повали тут птицы. Уголочек рядом с озером. И на берегу сидят и плавают. Не убегают. Так они тут освоились. 5 этажей на стенной живописи. Таких домах. Посмотрим еще один. Такой кустарник встретила. Похож на маленькие яблочки. Такой красивый и вкусный. Я попробовала. Подойдем еще к следующему дому. Посмотрим картину, живопись. Еще раз здесь. Повторю, как кинопленка. Вот, пока ёмочка. Такие деревца повсюду. Дальше тоже. У меня утренняя прогулка. Спортивная. Изображен путешественник грандиозный. Вот аппарат, шорты, вода, все с собой. Даже надо на такой высоте рисовать. И там еще один дом есть. И как оформлена междворовая территория. Тоже такие орнаменты, рисунки на вспомогательных зданиях. А тут, я думаю, человек, идущий по лестнице дома, новостройки, уже в самом верху. Такие интересные в другом дома, не похожие один на другой. О, вот еще! Ну вот это я попала. Здесь еще строятся дома, стройка. И вот, опять для меня элемент неожиданности. Очень интересно. Вот приблизила один рисунок. И второй. Коллекция чайников. А вот и разгадка таких картинок повсюду. Это жилой комплекс, называется граффити. Вот об этом свидетельствует. Вот такой постамент. Можно сказать, какая-то банка. Понимаю, это банка с красками. Вот такая здесь проявлена фантазия в этом микрорайоне. Территория закрытая, просто так не пройдешь. И фантазия во всем. Вот даже сделан паркинг в виде пиратского корабля. Здорово. Въезд-выезд. Вот такая получилась у меня прогулка. Спортивная и с новыми ощущениями. А это я попробовала. Это яблочки. Спасибо, кто был со мной. Заходите ко мне на канал. До новых встреч!